с вами можем вот так взять тоже и открыть, и посмотреть уже на нашу героиню с позицией, что откуда пришло. Да? И мы можем как раз увидеть, как в основе своей гаминный носик, сейчас его чуть покрупнее сделаю, чтобы прям соотносимо было, да, и натурала, с размерным поставлю. Оп! Оп! Да? То есть смотрите как, в основе своей форма близкая к гаминной, но получила большую масштабность, широту и мягкость при этом. Губы, форма своя еще близка к гаминной, но уже получила дополнительную такую пухлость и сочность. Да? Брови, ну, в чем-то еще напоминает, да, читается где-то небольшой излом, но очень уже близки и похожи к натуральному изгибу. И также, если мы возьмем и откроем натурала и гамина в форме лица, мы увидим, что как раз вот это расширение, которое читается у нас, и вот эта вот ситуация, когда глаза уже шире стали, вот эта часть как раз у нас, безусловно, повзаимствована, да, у натуральной составляющей. И это мы пока берем из лица. Можем проверить, мы с вами смотрели, конечно же, присутствие драматика, проверяли, я думаю, вопросов не осталось. Можем посмотреть, что нас роднит или не роднит с романтическими признаками. Очень интересно, но многие, так сказать, нам предложили увидеть нашей героини романтика. Кто мне подскажет, с чем это может быть связано? Как вы думаете? Ну вот стилисты подскажут. Многие знают, да, что мягкость натуральная вместе с присутствием более, так сказать, мелкого типажа, такого как относительно натурала, это гамин, тоже может давать вот такую более деликатную мягкость относительно натурала. И, а образы я специально вам туда выложила. Ой, какие вы наивные. Неужели вы думаете, что моя задача вам сразу дать готовый ответ? Нет, как раз-таки эти образы многих и вывели на правильный ответ, потому что они видят, где это действительно в каком случае стыкуется с внешностью, а где это смотрится несколько искусственно и так далее. Поэтому образы романтические – это одно, а внешность и типаж – это совершенно другая история. Многие актрисы даже драматически пытаются примеривать романтические образы. И натуралы драматики есть в попытке примерить романтический образ. Поэтому если мы видим актрису в романтическом образе, это еще ни о чем не говорит.